Поехали. Так, всем привет, ребята. Иди 4, И по-моему, да, и да? самое важное для меня будет это остановить Чарина вовремя. Как кто-то говорил, что если хочешь выиграть после первого хода черных c5, играй f4. Я думаю, что Связь с Вешником. Калиниченко, скорее всего. А то, что он говорил, надо поскорее забыть все, что он говорил. Почему? Ну, нет, не такой своеобразный человек. Ну, это И хорошо. мошенник. Мошенник? Да. В смысле обманщик? В смысле мошенник именно. Мошенник в смысле обманщик или мошенник? Мошенник в смысле мошенник. Ну, человек, который... Во-первых, он пишет книги, он присвоил себе звание международного мастера, которого у него нет. И что? Он пишет книги. Он, то есть он не пишет книги, он просто... Я даже не знаю, он пишет книги примерно как ты свой диплом, в общем. Но он их продает. И люди их покупают, особенно начинающие, которые не в курсе ситуации. Ну вот, например, он написал книгу «Репертуар за белых». Там он против сицилианки рекомендует вот Е4, С5, Ф4, действительно. Давай не будем трогать этого наглого человека. Конь, ну что ты делаешь? Так, короче. Я Давай, уже... После конца танцуй. 4, после конца 4 мы можем сдаться. Смело, со спокойной душой. Смотри, я стою линию. Ты доволен? Да, очень. Я ставил чернофольного слона в игре. И зачем этот ход? Ты как-то быстро превратился в атаку. Вот так и говори. Все, что ты сделал, я быстро превратил в атаку, да? Ну, блин, я такой специально приготовил. Ладно, я не постесняюсь называть то, что ты сделал своим именем. Не, ну, фундамент, согласен? Да забей на эту хер. Это тоже неплохо. Да три ферзь HP. Матильда Ивановна. Да, и один из ваших мастеров камбэка сегодня в лирическом настроении. Да, мы играем радостно. Ну, сейчас на... Да, здесь король F7. Да, нет, нет, это уже миллион раз мы видели. Нет, король F7 Придумаешь? просто яйца. Да, этому Как варианту обычно. миллиард лет. Даже Артем его играл. Что-то Ну, вот мешок это уже пешка. немножко, да, немножко свежие веяния. Стоп, тут шах промежуточный. Да, только не сюда не отступи, потому что если у тебя заберут Да, слона, то я это не заберу. спасу. На c3 мы сыграем слон f5. Тогда у тебя тоже Ладно. заберут слона. Убери его на обратно. Ладно, Вот, пришлось признать. лучше дай, туда убери, отдай мне мышку уже. Пришлось признать ошибку. Нет, стоп, тут все нормально, дай поиграем. Какой солнце 4, там и мат почти, что здесь нормально? Дай. Тут это единственный ход, что дай. Ну, я на самом могу сделать это с лихом. Нет. Не, я в этом не уверен. Смотри, здесь конь h6. Ну, конь h6 хорошо. Я сейчас его заберу, у тебя оправдание. Если ты будешь баловаться. Ты уже большой мальчик. Конь h6 хороший. Ну вот, конь c6 сам Бог велел. Ну стоп, позиция нормально, дай поиграю. Погоди. Конь h5. Хорошо. Я предлагаю сильные, мужественные ходы. Ход конем в бок не может быть сильным и мужественным. Подкрутили. Подкрутили. Да бей. Кого? Дай подумать. Коня шахом. Нет, если уж комбэк, то давай поатакуем. Не хочет. Не в 4. Конь f4 Ну, хорошо. смотри, мы уже напали на мат в один ход. Это же достижение. И здесь h6, h6, h6 на своих условиях. А что за h6. дебилизм? h6. 6. Давай возьмем... Вырубить. Зачем вообще менять ферзи? d5-то лучше было. Да ферзь висел, d5. Так d5 защищал ферзя. Ферзь на g5 висит в лоб. А, все, ладно, понял. Здесь d5. Здесь слон d6.
Нет, идея взять слона. Очень Одного это глубокая идея. взять, но не два. Да. Недостаток этого поля. Шах, слон, е7. Видишь, слон Е6. Так ты иногда быстрее. Тогда погнали. Конь Хорошо. е8 больше У не нас надо. есть определенная компенсация. Да у нас выиграла вообще-то. Нет. 3-0. Да что ж такое, за своим дебилизмом тебе же нельзя играть 3 на 2. А, точно, точно. И что теперь делать? Ну, король, нужно король d7 играть. Нет, уже давай атаковать надо. Конь е7 тут разу. Ой, конь е2 разу. Восьми ошибок. Не отражает его. Не отбиваем его. Король h7. Да, уже 2,5 тысячи рейтинг на планете. Стоп, а такой самоуверенный сильный. Я тоже был бы уверен. Теперь 3 на 0, не может ты. Он, интересно, он понимает, что мы не можем 3 на 0 сыграть? Наверное, да. Ну что, есть план? Нет. Ну, сносить что-нибудь. Ну, кстати, шахи не может дать ни одного. Фиг же 8. А, ферзь g8, да. Ферзь g8, король d7. Да. Хер на нее. Нет, если король как-нибудь сейчас вот сюда просочится, я буду очень счастлив. Давай прогоняемся за ладью. Стоп. Солнце 5. Давай. Я по-любому проиграл, как вот так, где. Слон d5. Там d5 нет, там ладья e1. Конь залез. Ну, блин, 20 секунд лишнего времени. Слишком много. Конь e2 есть промежуток. Как так хочется сам d5 поставить, но вот не получается. Сладить толку нет. Так мы можем не бояться, то, что ее съедят, там еще какая-то фигня произойдет. Что, здесь матовой атаки нет? Конь h3 вообще. Ну, Так же 5 ферзей поменял. король g2. Нет, так, кстати, тоже. Нет, так должен быть какой-то мат, да? Ну там конь Почему он f7. сдался? Не знаю. Давай найдем мат, подожди. Ферзь f3. Начнем с этого. Король g2. Не Конь f2. e2. Что нет? Конь h3. Подожди. Ну ладно, ну видимо здесь нет мата. Ну можно съесть ладью. Остаться с лишней фигурой. Да, всем Да, спасибо за всем внимание. спасибо.